вторая, третья стоят. Ну, вторую вон там же съедет. Не знаю, доедет, не доедет. Но он очень хочет. Можно скипеть, в принципе, еще проще сбросить груз и ехать как бы просто с бревнами, чтобы налегке. Можно. И чик не растерять. А если очень легкий, тоже не страшно. Начинаешь прыгать на пороге. Ну да, я уже очень потерял друг, уже практически перешли. Теперь клан заливает этот бензин и полетел я в гараж. Ну давай, сейчас кран надену, с тобой поеду. Если что, переверну тебя. Там встает стоять третий. За мной? Ну да. А что я еду, у меня все нормально. Подожди. Ты возьми на, там, на 4 очка и едь на дев. Да-да. Первый наполнен. Вон две пилорамы осталось. Они сейчас идут по 4 очка. Ну, ты тоже по 4 очка повезли. Я вот на одну ты повезли, на вторую я сейчас, если я вам передаю сюда. А, 4. С прицепами там проще, а просто тяжело ездить. В свое время мы там падали много. Да, тут около каждого гаража заправка. Да.
удобно. Так, не зарился, я тебя жду тогда. Не заправки. Приезжай на этот нарисовал, который зеленый. Надо попробовать. Да я промазал. Ай, уехал не туда. Да. Ты попался на эту уловку. Синицинскую. А этот роспуск меня добил. Я и забыл, что там вот такая хуйня есть. Да туда немного выезжаешь, вроде тропинка. От бас потом. Узко. А просто чуть дальше идет.
На этом зеле у вас, парни, какой? Ну, 4 очка, какой прицеп? Ой, какая это? Карт 2 или карт 1? Или карт просто? На первый. Карт просто. Просто карт 4, да, у нас? Да, да. Просто прицеп это чисто для грунтов, как и дорог. Я даже не пыляюсь. Ну только нахрен с карты ты не зацепишь ни одну киловку. Это специально. Карт 2 он на 2 очка, на 3. Там по 3 телегу можно прицепить. Прицеп можно прицепить. Но это не для таких карт. Этим артом я прописал, они к грунту плотнее прилегают. Для болот, конечно, он лучше. То же самое, там, по всей карте, вот первый, самый арочный, да? Что, есть разница? Они плотнее прилегают или не плотнее? Ну, конечно, там же колеса ставятся. Там радио ставится. Ну, там... Нет.